Всем привет! Сегодня у меня такой короткий вложик, но очень актуальная тема. Тема цен на продукты питания. Я думаю, эта тема сейчас актуальна во всем мире. И сегодня мы посмотрим, какие цены у нас в Нью-Йорке на овощи и фрукты. Итак, сначала покажу вам чек из магазина. Вот это вся моя закупочка сегодняшняя обошлась мне в $11.24. И сейчас поподробнее покажу и расскажу, что сколько стоит. Итак, начнем. Бананы. Бананы у нас стоят 59 центов за паунд. Паунд это 450 грамм. Два банана мне обошлись 50 центов. 25 центов за один банан. Ребята, а вы сравнивайте со своими ценами, пишите мне комментарии. С удовольствием их почитаю. Итак, ананас. Ананас стоит $1.49. Шпинат. Шпинат, видите, вот такая вот упаковочка, 284 грамма. Шпинат уже помыт. Вот написано washed, то есть его не нужно мыть. Такая упаковочка стоит $1. Дальше. Черника. Черника за такую коробочку. $1.99. $2. К сожалению, не вижу, сколько здесь грамм. Не вижу, ребят. Ну, видите, да, вот такая вот коробочка. $2. Дальше. Помидорки черри. Вот такие вот они разноцветные. Очень вкусные. Я их уже покупала. Они такие сладкие, ароматные. Такая коробочка тоже стоит $1. Дальше. Салатная капуста. Салатная капуста. Головка стоит 70 центов. Взяла цветную капусту. Цветная капуста. Ребята, не вспомню. Сейчас посмотрю в чеке. Цветная капуста. 79 центов за головку. Дальше. Клубника. Клубника $1.49 за такую коробочку. Здесь 454 грамма. Посмотрим, какая она внутри. Пахнет, ароматная. Уверена, что на вкус тоже очень вкусная. Так, 454 грамма, $1.49. Дальше. Спаржа. Спаржа, вот такой вот пучок стоит 60 центов. Но у нас, если покупаете в этом магазине 2, то вам будет это дешевле стоить. То есть 2 пучка за $1.50. Я взяла один. Один пучок 60 центов. И взяла огурчик вот такой. Такая же цена 60 центов. Если бы я купила 2, то мне 2 огурца стоили бы $1. Все, ребят, вот такая у меня сегодня закупочка. И обзор цен на овощи и фрукты в Нью-Йорке.